Официальный пляжный сезон в Самаре еще не стартовал, а у воды уже десятки отдыхающих. Не пугает даже работающая рядом техника, которая разравнивает свежий песок. Не страшно, там же человек, он же видит, и мы видим, меня это не смущает. Нетерпеливый, потому что май был очень холодный, мы очень долго ждали лета, и наконец-то вот лето, мы приехали, вырвались первый раз. Мы отошли вроде бы в сторонку, в более безопасное место, не мешаем, смотрим, контролируем, если будет около нас, мы перейдем просто в другое место. Пока одни загорают под первыми лучами летнего солнца, другие предпочитают проводить время в тени, дожидаясь, когда пляжи откроются официально. Стоит подождать, когда пляж выровнят. Хороша ложка к обеду. Дождусь, когда все будет готово. Главное, чтобы это было безопасно. Вот. Поэтому выбрать пляж у нас большой, поэтому можно выбрать себе местечко безопасное и вполне позагорать. Пособирать солнечные лучи. Тем временем на пляжах, куда должны завести в общей сложности около 18 тысяч тонн просеянного песка, идет процесс его планировки. Работы начались под Ленинградским спуском и продолжатся там, куда песок уже завезли в полном объеме. Обновленный слой составит около 10 сантиметров. Затем за дело возьмутся водолазы. Они обследуют дно и очистят акваторию от мусора, который отправят на полигон. После открытия пляжа уже будет происходить раз в 10 дней также очистка акватории. Ну, естественно, уже будут водоросли очищаться от водорослей, стричь. Мы тут уборщики подхватывать, убирать в мешки и утилизировать. После работы водолазов составят карты прибрежных глубин и развесят их на информационных досках. С учетом этого буйками и поплавками обозначат зоны для купания. Каждый год частично обновляется пляжное оборудование. Теневые грибки, диванчики, скамейки, детские спортивные площадки и площадки для маломобильных граждан. О санитарных нормах тоже позаботятся. Подрядчик установит урны, контейнеры, бункеры-накопители, бесплатные биотуалеты. С 10 июня начнут работать 14 пунктов. Спасателей. На берегу будут размещены информационные стенды с правилами поведения на пляже. С этими правилами необходимо ознакомиться всем, кто планирует отдохнуть на пляже. Там написано, как себя там вести, что можно делать, что нельзя делать и так далее. В обязательном порядке на пляже запрещено курение, распитие алкогольных напитков, появляться с домашними животными. Это все запрещается. Соответственно, кроме того, там же будет размещаться информация о температуре воды и атмосферного воздуха и телефоны спасательных служб. Официальное открытие 8 самарских пляжей намечено на середину июня. Как и в прошлом году, это первая, вторая, четвертая очереди набережной. Пляж на спуске улицы Советской Армии, в районе Загородного парка, на Барбошиной поляне, у санатория Можайский, пляжи в Красноглинском районе. На Мострюковских озерах пляж будет работать только на время молодежного форума «Иволга» и Грушинского фестиваля. До официального открытия отдыхающим не рекомендуют принимать водные процедуры на берегу Волги в черте города. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.